Уборка онлайн или в реальности? Наш корреспондент Дарья Морозова со смартфоном в руках проверила результаты труда коммунальщиков. Комитет по благоустройству предлагает петербуржцам в режиме реального времени следить за уборкой города. В системе мониторинга работы уличной техники можно увидеть перемещение снегоуборщиков, пылесосов, пескоразбрасывателей и других машин. Мы вышли на главную магистраль Фрунзенского района, проспект Славы, и начали искать на сайте соответствующие красные значки. Только что проехал трактор, почистил тротуар, но если верить этому сайту, никакой снегоуборочной техники на проспекте Славы в Фрунзенском районе не было. Ближайшие машины расположены в Невском и Московском районах. Из соседних районов в нашу сторону начинали двигаться машины, но ни одна из них не зашла во Фрунзенский. Мы остались ждать. Поверить в то, что район, где более 40 улиц и почти три десятка проспектов, переулков и проездов, бросили на произвол судьбы, просто невозможно. Справедливости ради стоит отметить, что на первый взгляд проспект Славы не показался нам безнадежно заснеженным. Ни через 20, ни через 30, ни даже через 40 минут никакой техники мимо нас так и не проехало. Видимо, все уже убрали. Пешеходам приходится не сладко. Судя по всему, тротуары чистят очень избирательно. Для того, чтобы добраться до надземного пешеходного перехода, придется очень постараться. С надземными пешеходными переходами через проспект Славы, в простонародье краб и креветка, дела обстоят намного лучше. Коммунальщики наконец-таки научились топить на них лед и снег, и теперь здесь можно пройти, не подскользнувшись и не потеряв уйму времени. Несмотря на то, что в общей сложности мы провели во Фрунзенском более часа, застать уборочную технику за работой нам так и не удалось. Попытки догнать на реальной машине, перемещающиеся по интерактивной карте города отметки, оказались тщетными. После каждого обновления системы квадратики и треугольнички чудесным образом оказывались на другом конце района. Но главное не виртуальный мир, а реальный. А какую оценку вы поставите коммунальщикам за уборку купчинских дорог?